полтинник за кота. Я спрашиваю, ты же таксист. Я должен все магазины знать. Не-не-не. Вам чужой человек заказывает машину, и вы говорите, у меня стоит по карте. Да. Доплачивать будете за него? А? Доплачивать будете за перевозку? А что перевозим-то? Лет. Так там же кошка сидит. Ну а что она мешает или что? Она спокойная, ничего. Как не пассажир считается. Ну, есть в Яндексе отдельный тариф перевозка домашнего животного, который оплачивается, но совсем по-другому. Полтинник тебе хватит? Да. Полтинник за кота? Такое. Ну, в Яндексе есть... Да не, я понял, просто, ну, человек человеку, ну, блядь, руку моет, ну, тут, видишь, оплачивает. Ладно бы дикая, но там была там царяпала. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности. Все, спасибо. Пожалуйста. Ну, все равно там за перевозку кота-то сколько? 17 рублей добавили. Ну, 17 рублей докинул. 17 рублей за кота. А говорил полтинник, да? Вот так вот. Тебе хватит? Да. Такой счастливый пошел, радостный. За перевозку надо, что ли, доплачивать, что ли? Каждый считает себя самым умным. Да нет, я только сажусь уже. Я только сел. Ну, давай, я на Королевский ворот. Да, перекресток Суворов. Давай, туда выходи, я сейчас пойду. Совсем другой адрес указан. Какой? Железнодорожная 4. Это вот здесь, возле Южного вокзала. А, 49? А, я понял. Ну, хорошо. 150 рублей поездка будет стоить. А если мы остановимся везде Алкома маркета? Ничего страшного. А где он? Ну, я вот тебя спрашиваю, ты же таксист. Ну, я же должен все магазины знать. Не-не-не, не должен. Если по пути будет, если ничего, заскочим. Ну, вот здесь вот магазин. Парикмахерская? Нет, магазин. Подождешь, да? Вдруг там нет, во-первых, петли надо менять, вообще пипец. В магазине нету спиртного. Еще раз. Давай. Давай, удачи. Сюда поставлю вниз. Зачем? А зачем мне это? Ну, затем, что я туда не... Ну, ладно. Затем, что мне ноги тут не вытащить. Не это. Ну, ладно, тут недалеко. Вам мало места так? Ну, теперь уж мало. Как с таким трудом было вызвать? Интернет завис вообще еще. Туда не сюда. Переводом будете делать? Наличными? Нет, у меня по карте. Что у вас по карте? У вас перевод на Сбербанк стоит. А, я обычно по карте рассчитываю. Могу переводом сделать. Конечно, переводом. Вы же, ну, должны со мной как-то рассчитаться. Ну, это понятно. Но обычно... Ну вот видите, у них интернет завис, и все тут полетело. Я не понимаю в этом деле. Конечно, рассчитаю. 172, да, папа? 175 рублей. 175. Они... Что это за хрень такая? А, ну да, я же не со своего вызывала. Что тут? Сейчас. Алло.
сейчас подъедем и сами введете. Не получается. Не, я не могу я. Ну а как вы заказываете машину, у вас нету? У меня вообще это самое. По карте у вас стоит. Карте, да, 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 да. Я также, когда. То есть я заказала и все. Да, да, а да, тут да, все зависло у них. И мне заказывала женщина вот эта, чебуречная. Угу. Вот. И как вас. Ну, то есть она должна была оплатить поездку. Вот да? Я и. Да? Ну, ну, по вашим рассуждениям, если. Ну, по моим, да. Да. А почему она. Она говорит, ваша, ну, ваша, ну, близкая какая-то, что ли? Нет. Ну, а почему она должна была оплатить поездку? Просто продавец. Ну, нет. Просто продавец чужому человеку должен оплатить, нет, машину? Нет, она не должна была. Но. Должна я оплатить, ну, конечно. Так почему вы не можете оплатить поездку? У меня не получается. Только наличными, не? Наличных нет. Сейчас, сейчас вы сделаете. Все, вот здесь. Давайте, убирайте себя. Вводите сумму. Какой-то вообще геморрой. Вам заказывают машину, и вы в надежде о том, что, что? В принципе, ну, не надо никак платить за почему? Машину. Почему? Ну, потому что. Я потому что у меня по вы карте как идет оплата. Неужели я за 180 рублей, вы думаете, я буду это самое мелочиться? Ну что? Ну вы сами себя слышите? Слышу, конечно. Вам чужой человек заказывает машину, и вы говорите, у меня стоит по карте. Да. Хорошо. Не говорите. 180 рублей. То есть вы, ну, вам чужой человек заказал машину, и у вас стоит по карте, да? Нет. Она мне просто заказала, потому что у них нет связи. Когда мы сели, я вам задал вопрос. Да. Вы будете наличными? Вы сказали, у вас стоит по карте. Ну, я всегда по карте оплачиваю. Угу. Ну, у меня привязана к карточке. Угу. До свидания. Ну, вы все взяли деньги? Да. Свои? Господи, мне неудобно это вообще. Не виноват, потому что там связи нет. Мало места сзади. Спинка вот так вот отодвинута, мало места. Весеннее обострение. По-другому я просто не могу никак назвать данные вообще вот эти вот. Какие-то непонятные действия. Просто весеннее обострение. Вот и все.